Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Короче, всем привет! С вами Гопник Игорь, и сегодня у нас будет обзор сервера. Ладно, чувак, я прикалываюсь, решил так странно начать серию. Короче, сегодня у нас будет обзор сервера Россия Ролиплей, Русия, Россия Ролиплей. Короче, пацаны, да, Гопник нас такой встречает. Я его что-то Игорь решил назвать, не знаю, что так. Пацаны, вы видите эту надпись сзади меня? Бизнес по госу, но... Тут нету бонуса, ха-ха-ха! Вот это многоходовочка, да, пацаны, эту бонуса, да? Теперь не будет писать, типа, ну, БРП, пацаны, ну, БРП, блядь, бонус, бонус. Ну, блядь, у нас тут даже нету транспорта, можно мне там что-то? Транспорт какой-то, там, ну, хоть что там мне можно, пожалуйста? Сейчас, ладно, здесь вот такой вот. У них, кстати, свой, видите, логотип, у них модпак, кстати, хороший, это их анимация, кстати, и так далее. Модпак у них качественный, карта заменена, ну много чего заменено, как я понимаю. Давайте напишем ММ. Статистика наша вот такая вот. Это хорошо, ладно. Так, закрыть. Давайте, не знаю, найдем транспорт и уже поедем куда-то что-то посмотрим. Так, господа, немного все поменялось, короче. Ну, пацаны, зашел на сервак, был без бабок, сейчас уже все есть. Ну, это мне выдали, чтобы я вам, короче, все показал, потому что без бабок я вам ничего не покажу. Короче, бонуса здесь нету. Такового вообще, ну, косарем сразу дается. Давайте GPS чекнем. Мэрия города Арзамас. Давайте туда изначально поедем, посмотрим, что здесь есть. Пацаны, посмотрите, что тут стоит, блядь. Это, блядь, это просто пиздец. Я просто в шоке. Давайте посмотрим, что это такое вообще. В пизду эту мэрию, короче. Ёбаный в рот. Эта башня была взята в 2018 году. Ебать колотить. Это сильно, конечно. Блин, жалко там нельзя типа хату купить себе. Не, ну круто, чё. Даже очень круто. Я прям оценил. Ничего, сейчас там ведутся отделочные работы, окей. Так, погнали в мэрию. Так, давайте заскочим в мэрию, посмотрим, что у нас здесь есть. Не, ну мне уже нравится, блин, ну... Блин, прикольно. Чё, музыка, прикольно. Так, получение паспорта. Давайте получим паспорт, 10 рублей. Все, паспорт мы получили. Работа здесь водить маршрутки, водитель такси, автомеханик, дальнобойщик. Ну, нормально. Так, здесь мы можем семью создать, но мы пока что этого делать не будем. Смотри, какой магазик здесь стоит. Да, замененный. Давайте посмотрим, что это такое. Магнит какой-то, да? Типа 24/7, как я понимаю. Скорее всего, да. Не, ну прикольно. Давайте посмотрим, что здесь можно купить. Фотоаппарат, печка для дома, цветы, часы, маска, сигареты, газировка, аптечка, плеер. Давайте, наверное, купим мы часы. Потому что эта тема будет нормальный фотик, на всякий случай купим. Так, я ехал, тут какие-то тачки стоят. Скорее всего, это аренда. Но я без понятия. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Это автосалон, я же на маме перейти, почему-то у меня это не срабатывает. А ну, а если сесть, допустим, в эту машину, ее можно арендовать, типа? О, аренда в натуре. Давайте арендуем Dodge. Я понимаю, это круто, гелик, но я хочу Dodge. Все-таки Dodge это тема, пацаны. Давайте Dodge арендуем и покатаемся на нем. Боеду я такой, пацан, да? Ничего он с ним подозревает, только хуйта стоит. Бля, даже не... Я не могу вам показать ее размер даже. Это просто огромное... здание. Не знаю, зачем оно, блять, но я вам даже его показать не могу. Но если ехать вот так вот разве? Давайте попробуем вам показать. Это, короче, пиздец большое здание. Его трудно вам показать. Не, ну это очень круто. Такие едете, едете, и тут такая херня большая, банц. Ебать, тут повреждение, смотрите, я коснулся, у меня тут, видите, согнулось. Еще раз коснулся, бампер опал. Повреждение у тачек просто охуенные, блин. Лобаш как разбился. Модель у них очень качественная, это реально круто. Так, я на карте отметил автосалон, и сейчас мы туда доедем, попробуем купить себе автомобиль. Короче, я нашел еще здесь подарок один. Также здесь еще подарочки есть. Это довольно-таки круто. Блин, домов мало, вообще домов не расставили они. Видимо, сервак недавно открылся, и домов вообще не стоят. Опа, так, назад еще один подарочек.
Ебать, я припарковалась, конечно, как папка просто. Так, давайте посмотрим, какие здесь все-таки машины есть. И выберем себе что-то из этого. Так, бачка, здесь питбайк есть. Нет, тачки здесь прикольные. Пятерочка есть. Ух, какая шестерка на десочках, а? Приорка. Пятнаха. БМВ. Не, модельки здесь очень качественные. Давайте еще посмотрим, какие здесь есть. И будут вообще по кайфу. Нива Урбан. S600 есть. Роллс-Ройс стоит 10 лямов. Ого. Так, Камри есть. Вот этот гелик. 6х6. О, М5 есть, уже респект. Мерседес какой-то есть, С60. Рейндж Ровер СВР. Бэха еще, Мерс. Доджик мой любимый, гелик, РСК 7. Так, Супра Ауди. Какие-то это Ауди дорогая, блин. Я бы ее купил, но она дорогая. Нам на не хватит. Порш есть, тоже кайфовый. Мерседес еще один есть. Хуракан 5 миллионов, но мне на нее не хватит. БМВ М4 есть. Вот ее мы, наверное, и купим, да? Скорее всего, да, мы купим себе М4. Как цвет выбрать, можно? А, во. 222.0. Не, давайте вот Бэха... Стоп, стоп. Бэха должна быть золотой. 170.0. Вот, купить. Нам на нее хватает. И выбрать. Да, BMW М4, пацаны. Это вам не хухры-мухры. BMW М4. Просто соска, блин. Просто реально соска. Просто красавица. Ах, кайф просто. Просто кайф. Давайте на меня номера получим. Хотя, стоп, у меня же донат, по-моему, был. Так, информация. 1500 донатов, да. Давайте посмотрим, какие-то номера на нее. Кстати, есть рулетка удачи. Ну, давайте денежная рулетка. Ух ты, а не, 16 тысяч, да, всего лишь? Так, а если донатная рулетка? 39 кредитов. Так, еще попробуем. Походу, номера здесь нельзя поставить через донат. Поэтому, да. Так, покупка привилегий. Так, квик статус. Давайте купим его. Да. Зачисление. Окей, ладно. Давайте тогда просто номера получим. Блин, эмочка 4, конечно, просто муа, сосочка просто. Конфетка. Так, и нажимаем получить номера. Да, BMW М4 приобрести. Хреновые номера на выпали. Ну ладно, что тут у нас еще есть? Давайте посмотрим. Лицензия на бизнес, набор, организация открыт. Так, получили номер на транспорт, купить лицензию на оружие. Давайте, кстати, купим. А, у меня уже есть, нормально. Ну, на этом у нас обзор подошел к концу, обзорчик сервера. Всем спасибо за просмотр, IP-группа MPAC будет в описании. Кому понравилось, заходите, играйте, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.